визуально движ борца гораздо мощнее, но Залику тоже не в первый раз встречаться с теми, кто сильно тяжелее. Да-да-да-да. Оу, хорош! Охренеть! Скайкика срубает, Залик и добивает жесточайше локтями! Это что было? Так, ну, во-первых, я очень хочу посмотреть эпизод. По-моему, там Залик показывал то, что он приветствует соперника и только после этого ударил. Мне показалось то, что если это действительно так, то это, безусловно, не очень красиво, но... Да, вот так развязочка стремительно этого конфликта. Ой, я очень хочу посмотреть, действительно ли там Залик пробил до того, как... Блин, прикинь, до сих пор... Поприветствуй друг друга. Хадис, ты не видел? Я... Мне показалось, что Залик протянул руку и... Нет, знаешь, нет, ну, там, нет? Там уже как Сибой же все. И он, может, он как джеб кидал, я не знаю. Ну, хорошо, в общем, там, если это... Не, так-то, ну, по правилам он все сделал. А так, может быть, он хотел руку дать, может, обманул. Но это тоже... Вот, потому, да, ну... вот если это было... В общем, посмотрим на повторах. У нас, к сожалению, таких нет. Но в любом случае, это очень яркая и брутальная победа Залимхана Юсупова, честно сказать, он меня удивил. В хорошей форме, молодец. Я сейчас смотрю на его состояние, намного лучше. Выглядит хорошо, вроде в себе, красавец. Я надеюсь, он исправится. Ну, как исправится, да, пойдет. Тренируется. У него в углу Асхаб, я знаю, тренер хороший. Меня тоже как-то тренировал, Да, ну и там, конечно, такое жестокое было добивание локтями, просто... Я удивлен. Все же думали, он его заборит или бороться за душу, а тут такое от него. И колени, и хайкики, и локти, и вообще, ну, конечно, прекрасно. Да, действительно, Залика с победой. Это как он залетел, охренел я. Да, ну а Виталию здоровья. Секунд первого раунда. Победу нокаутом одерживает боец из красного угла Залимхан Submission King Юсупа. Ну что, Залик, все хейтят меня и хейтят за тебя. А я все тебя не выгоняю и не выгоняю. Меня выгоняют зачем? Здрасте, здрасте, люди добрые! Всех вот приветствую! Всегда был бы ты в таком состоянии, я всегда в таком состоянии. И вопросов бы не я было. Всегда в таком состоянии. Ну что, с победой тебя, спасибо, с очередной. Спасибо. Залик, что в первую очередь хочешь сказать своему оппоненту? В первую очередь, ну, как бы ни было, хочу сказать. Как огонь горели их речи, но при встрече мы тушили их, как тушат свечи. Просто ты должен извиниться в первую очередь передо мной. Хардкор – это я – это хардкор. Ты много наговаривал на Анатолия Сулянова, на организацию. Нет, Залик, вы общем, с ним за свое много... разговариваете. Нет, я свое с ним решил. Я просто говорю свое мнение. Я праве это говорить, как бы ни было. Я говорю вот так вот, то, что я думаю, то, что я говорю. Поэтому просто пусть извинится. Ну, я его прошу, да, как бы ни было. Просто не нужно такие видео записывать. Ты бы мог бы написать, узнать там, что ты знаешь, только дезинформация. Ты столько людей в заблуждение ввел, столько людей обо мне из-за тебя плохо думают. И это неправильно с своей стороны. Ну, ты согласен с этим? Залик, в первую очередь, ты вспомни мои ролики. Я тебя там не оскорблял. Где-то был... Нет, где-то был... Смотри, где-то был троллик, троллинг, приколы, да? Что-то, что я видел, я говорил как бы, ну, это искренне. То есть задача именно тебя там оскорбить или как-то унизить у меня никогда не было. Ну... Поэтому нужно отвечать, поэтому... Я могу сказать, смотри, к сожалению, я 2 месяца очень плотно готовился. Для меня 2 месяца было, ну, я не могу сказать, что ада, но я реально фигачил, пахал, во всем себе отказывал. И честно сказать, я сейчас в таком расстройстве, потому что, ну, вот такого у меня никогда не было, чтобы я выходил и сразу падал, потому что я был уверен, что Залик пойдет в борьбу, и я буду бить. Но он меня перехитрил, обманул тут. Да, хитрый, да, лаки-панч тут.
Ну, я, конечно же, очень сильно расстроен. Могу сказать, что так или иначе, я вышел, я ответил, да, за свои слова. И в принципе, да, и в принципе нам делить больше нечего. Единственное, ребят, я сейчас скажу, все, кто за меня болели, я, ну, реально, не могу сказать, что я извиняюсь, но я просто сам настолько собой недоволен, и, ну, такое дерьмо со мной случилось впервые, честно, чтобы я вот так вот упал, повелся на первую же обманку. Можем повторить в кулачке, если интересно. Только в шенгактах, потому что чисто в кулачке не могу, у меня все руки переломаны. Можем в шенгактах с удовольствием, или по боксу. Да, если ты со мной согласился выйти по боксу, там у меня как бы шансов больше. В общем, давай зароем топор войны. К сожалению, не смог я показать то, что я хотел показать. Просто слово дай, что ты про меня ролики не будешь снимать. А я про тебя сейчас уже и не снимал, ну, ты уже видел, у меня уже контент более другой. Слово, что ты снимешь ролик о проезжении, о чем ты это не правил, то, что объяснил людям. Поэтому ты очень много людей вел за заблуждение, поэтому мне это не нравится. Руку дали, топор. Ладно, все, топор войны. Строился, Виталий.